Привет всем друзьям, подписчикам. Сниму вам сегодня коротенькое видео про защитный колпачок. Многие подписчики мне уже писали, Юра стал колпачок, чтобы защитить от пыли наш подшипник. У меня с завода он пришел без колпачка уже, был такой обломанный, видим, да? Сюда я вставлял горлышко с пластиковой бутылочки и вот так крепил, чтобы защитить от пыли. В общем, простой вариант. Этот простой вариант, как вы знаете, до поры до времени. Как только попадает колесо в грязь, комком грязи постоянно выбивало мне эту пластиковую бутылочку, вернее горлышко. И поэтому, друзья, наконец-то дошли руки у меня. Я смастерил вот такой вот железный колпачок. Нашел флянец с таким ободочком уже. Здесь варил пятачок. От нашего вала где-то миллиметров 5 оставил пространство. То есть рассчитал так, чтобы было поплотнее. Для чего? Для того, чтобы можно было плотненько сдвинуть нам левое колесо. Смотрим, вот какой зазор остался. Видим, да, между колесом и колпачком. То есть этого хватает, чтобы колесо свободно проходило. И в таком положении, конечно, грязь уже нам не страшна. Сейчас поближе сниму. Так, ну здесь, я думаю, понятно. Берем кусок жерсти, да, вырезаем треугольничек. Выбиваем в середине отверстия, вырезаем. И обварил его снутри, чтобы было покрасивее снаружи. Здесь обваривал снаружи. Сточил наждачком. Ну и осталось покрасить. Такой вид появился у меня защитного колпачка. Ну и, друзья, этот колпачок выполняет теперь две функции. Первое, это защищает нам наш подшипник от пыли, от грязи. И второе, служит для подключения нашей соковыжималки для переработки томатов. Об этом всем я расскажу в следующем видео. Всем до свидания. Спасибо за просмотр. До новых встреч.